Он стратег. Я хочу сказать вот что. Безотносительно к Владимиру Владимировичу. У меня сложилось впечатление за последние 2 года, что рядом с президентом образовалась команда мудрецов уровня, там как бы к нему не относиться, но от уровня там, Примакова, других людей, знающих мир, знающих вот эти приводные ремни и способных просчитывать ситуацию. Вот у меня сложилось такое впечатление. И еще одно. Я надеюсь, что у нашего президента сложились хорошие отношения с Киссинджером. А это решальщик еще тот.